Госавтоинспекция Бурятии проводит дополнительные мероприятия по профилактике детского травматизма на дороге в преддверии начала нового учебного года. Обеспокоенность инспекторов вызывает тот факт, что на дорогах республики зачастую происходит ДТП с участием маленьких пешеходов. С начала этого года в Бурятии насчитывается уже 109 таких происшествий. Несколько детей получили серьезные травмы, 8 из них погибли. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что при перевозке детей водители зачастую ненадлежащим образом обеспечивают безопасность ребенка, который находится в салоне автомобиля. Зачастую либо он не пристегнут, либо попросту даже находится в детском кресле, но также не пристегнут ремнем безопасности. С начала учебного года в школах Улан-Удэ организованы занятия с привлечением сотрудников ГИБДД, которые повторят с детьми правила поведения на дороге. Дорожные полицейские уделяют особое внимание состоянию дорожной сети вблизи учебных заведений и в случае выявления неисправностей выносят соответствующие предписания. Госавтоинспекция Бурятии также обращается к автовладельцам быть предельно внимательными на дорогах, особенно в период праздничных мероприятий, посвященных 1 сентября.